Лиза с Наташей там прибираются на кухне. Ну что тут с дровами-то? Только дальше не знаю. Закончили сейчас. Мусор надо будет тоже собрать, а этот можно тоже сюда скидать, потом землей завалимся. И вот это все. Да? Да. А что, куда его? Вот это куда? Так ты что, оно, когда оно высохнет, тут столько гнилья. Зала на огород. Так оно сырое, оно не будет гореть. А прикрыть, высохнуть за лето? Да зачем? Тут мы землей все завалим, вот это все, вот это, куда мы это? Мы землю возьмем. Да вот эту выровняем все, оно все истопчется. И здесь будет потом нормально. А потом сверху со временем можно здесь просто это щебня или это отсева насыпать. И у нас здесь будет ровная площадка. Можно даже что-то построить новое здесь будет. А ты хотела что здесь? Не поверишь. Говори. Грядки. Грядки. У тебя везде грядки. Я уже жду, когда стенки уберутся, и здесь можно хоть клумбочки какие-то. Да, Свет, не, здесь не будет клумбочек, ни грядок. Здесь будет что-то другое. Думаю. Давай. Я бы яма овощная. Вот насчет ямы, да, вот надо подумать, потому что яму нам тоже надо будет делать где-то. Насчет ямы, да. Вот это тоже можно спилить. Итак, здесь вот у нас был чулан раньше. Посмотрим. В общем, девчата здесь убрали у нас все, здесь вещи были, и ненужные, и нужные, провели ревизию. Сейчас надо будет скрывать полы, вот эти все плахи убирать, потом вот эти доски, они еще пойдут вделать, хорошие досочки, вот эти вот, это все уберется. Ну, вот здесь уже стена дома идет капитальная, это же пока, может, оставим, но вот эти обшивочные доски еще можно снять, не знаю куда. Куда? Которую? Вот эту? Да. Так, конечно, а куда ее? Куда-то перевесить. Так знать бы куда. Потом потолок, вот это все мы разберем. Там тоже доски более-менее можно использовать. Крыши-то нет. Сейчас дождь идет, и все на потолок. И они, доски мокнут, и надо быстрее его все убирать, чтобы доски не замокли и не сгнили совсем-то уж. Ну, может, доски забирать. У меня даже галстук еще есть. Да, я его забыла убрать. Это мой галстук. Ты мне сюда уже не выкидывай, я вам так и висит. Да, что он нужен? Я все равно не ношу галстуки. Ну, вдруг когда-нибудь... Да, не ношу я, куда я их ношу? Кстати, рамы тоже можно выбросить, все гнилое вот это. Ну все, крыши уже нету. Ну вот это уже ты делала, да? Вот это я? Да я так никогда не делаю, ты что, погоди? Ты не позорь меня. Я на болты никогда бы не подходила. Ты не заметила, что время саморезка переживет? Я в боку не могу, вот это надо. Не может все повернуть, ты же еще. Как я мог так делать? Это же ужас какой-то. Да. А? Какой миф? А? О, вилочка. Классно. Убедиться. Вон дрова сколько, сейчас кому-то, да? Да ты что, они не замерят и не сумели. Там по суше, которые забирают, но не сейчас, кстати.
Дай нам поработать. Давай это. Не, это поздно. Что после скота уже. Ваня. Ну можно всем, что после дойки уже. Опять, наверное, такой. Никогда. Я молока по имею жогу лет. Ну, это как дает. А мы сейчас. Продолжаем разбирать. А где лазы? Раму сняли. Вторую снять надо. Мне так спичку. Даша у нас убирает мусор. Собирает. А что, ее тут нету, что ли? Я не знаю, где-то тут гуляла с этой Катей, с Наташей. Так, сейчас надо будет снять вот эту. Вот эту, и потом можно уже попробовать снять доски частично. На этом наша миссия на сегодняшний день закончена с разборкой дома. Ну не, мы сейчас накормим, еще вернемся. Нет, сейчас сегодня уже я не буду ничего делать. А что не будет? Вот снимали вагонку уже. Вот эта вагоночка. Некоторые доски хорошие, сухие, их можно использовать еще. Вот даже для этой же постройки ульев можно использовать. Здесь как раз они. Да, вот вообще здорово так. Ну а мыши здесь, конечно, настроили гнездо в свое время. Вон угольков натаскали. Это уголь, там сколько лет? Да, здесь очень много лет, считаю. Уголь надо. Натаскали они, земли натаскали. Мы еще припасли уголька последние. Нет, уголь это не уголь, а угольки от дерева, уголечки. Не каменный уголь, а уголечки. Земли вон они натаскали, тут наделали гнезд. Вот это все. И потом, конечно, все это начало мокнуть, вода проникать. Ну, это, наверное, уже недавно уже началось. Пока, когда крышу разобрали, дожди шли. Все мокнуть начало. Как-то бревнышки хорошие, ну? Которые? Вот эти? Ну, внешне хорошие, но внутри неизвестно что. Потому что те снаружи тоже были нормальные. Как начали пилить, там труха одна внутри-то. Так что тут тоже не факт, что они хорошие. Уже потом посмотрим. Вот, ну а это вот у нас сливная труба, это уже мы делали. Это уже наша работа тут. Вот. Ой, так у нас трубка, нам может куда-нибудь пригодиться? Конечно пригодится. Ты такие вопросы задаешь. Трубка это хорошая, что и будет. Мы ее возьмем куда-нибудь, приделаем. Все. Ну, на этом все. Всем пока. До следующих встреч, в следующем видео. Пишите, пишите комментарии. Ну и в общем. Ната, ты куда ходила? Маме ходила? А мама куда ушла? Мама в тепличку ушла? Да. Да? Мама что там смотрит? Цветочки там смотрит? Хорошо, хорошо. Там баба? Ната. Чё? Мама. Привет всем. Да. Ты вот сюда смотри, вот. Вот видишь, сюда глазик вот стоит. Видишь? Вот глазик и смотри. Да, Ната? Да. Тут рано же еще. Она еще не нагрелась. Вода еще холодная. Ну да. Так и пилим. Угу. Ну надо аккуратненько так, чтобы пальцем не отпилить себе. Нету, нету. Пока нет. Да. Угу. Угу. Да, здорово. Дымарь. Не спряталась, а спрятался. Дымарь это он, а не она.
ты что там разбираешь? Это надо приклеить, не отпали. Ну.